18 августа 2023 год. С добрым утром. И афоризм на сегодня такой. Чем прямее извилины, тем путанее мысли. Написала 20 октября 2010 года этот афоризм. А по поводу извилин, есть еще, ты посмотри, как странно свет, да, сокрушался я немножко по поводу извилин, думал, что это извилины, а оказалось, годовые кольца, да. Полсотни лет приближаемся.